Вот такая она разная, наша весна. Где теплынь, а где снег в апреле. Заонежье, краса ненаглядная. Словно некая волшебная рукодельница вышел этот узор на белейших лесных одеждах. Впрочем, волшебство это имеет самое реальное свое продолжение здесь, в артели «Заонежская вышивка». Эти девушки живут и работают в деревне Шуньга, но мастерство их известно далеко за пределами Карелии и страны. В прошлом году вдохновению заонежских мастериц дивились посетители международной выставки в Монреале. Знают заонежскую вышивку Москва, Нью-Йорк, Париж.